Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, говорил Михаил Булгаков, имея в виду войны, катастрофы и неизлечимые болезни. И с этим трудно поспорить, как и с тем, что по статистике число суицидов год от года только увеличивается. Причины разные. От неразделенной любви и жизненной неустроенности, от серьезного жизненного кризиса до банальной депрессии. Именно об этом пойдет речь в нашей сегодняшней программе. Но перед тем, как познакомить вас с нашим сегодняшним гостем, хочу предложить небольшую справку в тему программы. Вопреки устоявшемуся мнению, люди с суицидальными намерениями вовсе не избегают помощи, замыкаясь в себе, а часто стремятся к ней тем или иным способом. Из тех, кто совершает самоубийство, почти 70% в течение месяца до фатального поступка консультируются с врачами общего профиля. Оставшиеся 30% так или иначе демонстрируют свои намерения родственникам или близким друзьям. А сейчас самое время представить нашего гостя. Владислав Силицкий, врач-психотерапевт Гомельской областной клинической психиатрической больницы. Добрый день. Добрый день. О проблеме суицида говорить очень сложно, но проблема имеет место быть. И предлагаю начать с обсуждения уже приведенной статистики. Вы человек, который на практике сталкиваетесь с этой проблемой. И сможете точно ответить на вопрос, всегда ли человек, доведенный до последней черты, как-то показывает окружающим своим намерения, говорит ли об этом? Очень часто человек, который доведен до последней черты, показывает окружающим свои намерения, он об этом говорит, иногда он намекает, иногда он обращается за помощью, иногда он просто-напросто показывает своим внешним видом о том, что это возможно. Самое главное – обратить внимание и не допустить непоправимого поступка. И такое состояние человека – результат, наверное, довольно долгого пути, состоящего из нескольких этапов. Давайте поговорим об этом, чтобы, может быть, родные и близкие людей в каких-то ситуациях обратили больше внимания на человека, на его подсказки. В первую очередь существует такое понятие, как маркеры суицидального поведения. Сначала человек испытывает какую-то стрессовую ситуацию. Это может быть ситуация, когда у него кто-либо умирает, когда он заболевает, заболевает близкий, когда случаются какие-то семейные неприятности, возможно, даже катастрофы, когда он не может пережить тех или иных событий, например, на работе. Очень часто человек начинает демонстрировать определенное поведение, о котором можно говорить, что он думает о том, что суицид возможен. Возможно, человек меняет свою форму поведения, например, из-за закрепощенного, он превращается в раскрепощенного, он начинает раздавать долги, он прощается каким-то образом со своими близкими, он может быть необузданно веселым, или он может вести, например, достаточно открытый образ жизни, который был для него не характерен. Или наоборот, становится более замкнутым. Или наоборот, чаще всего это более типично, становится более замкнутым, выглядит сонливым. Он может не ухаживать за собой, быть немножко заторможенным. Он начинает собирать информацию о том, как можно совершить самоубийство. Он, возможно, даже покупает какие-то необходимые компоненты для того, чтобы это сделать. То есть, если у человека какие-то проблемы существуют, то родным и близким нужно обратить внимание, не существует ли смена поведения у этого человека? Да, однозначно. Люди начинают себя вести по-другому, и эта смена поведения – это один из индикаторов того, что человек находится в ситуации, когда с ним необходимо поговорить, его выслушать и, возможно, необходимо помочь. Представление о суициде в нашей культуре окружено огромным количеством мифов и доказанных фактов. Давайте познакомимся с несколькими из них и попробуем прокомментировать. Итак, утверждение первое. Говоря о желании покончить с жизнью, человек просто пытается привлечь к себе внимание. Далее. В некоторых культурах считается аксиомой, что склонность к самоубийству передается по наследству. Третье. Недоказанное утверждение. Считается, что суицид – удел образованных людей с тонкой психической организацией. Так ли это? И последнее. Если человек совершил суицидальную попытку, значит, в дальнейшем это обязательно повторится.
мифы и факты сейчас были озвучены. Давайте по порядку. Суицидальное поведение – это просто привлечение к себе внимания окружающих? Суицидальное поведение – это не просто привлечение к себе внимания окружающих, это целенаправленное привлечение к себе внимания окружающих. Это крик о помощи, которым человек хочет сказать о том, что у него существует какой-то непорядок в душе, о том, чтобы ему могли помочь. А вот второе утверждение о том, что склонность к самоубийству передается по наследству. Ну, наверное, это все-таки абсурдное утверждение. Ну, в первую очередь потому, что человек, переживший трагический уход из жизни близкого человека, он понимает, насколько это тяжело, и вряд ли он будет поступать так же. Вы знаете, склонность к самоубийству не передается по наследству однозначно, и это такое заблуждение, которым, в общем-то, которое используют многие. Возможно, есть такой стиль поведения в семье, при котором у человека могут, в общем-то, возникать подобного рода мысли. Но генетически это никак не наследуется. А суицид имеет социальную или классовую основу? Вы знаете, раньше были предрассудки о том, что суицид совершают люди, которые имеют достаточно высокий интеллект и занимают высокие социальные должности. Однако это не так. Суицид одинаков для всех классов, суицид одинаков для любого, в общем-то, человека. Ну, считается, тонкая душевная организация, то есть это люди искусства, более склонны к суицидам. Оказывается, это не так. Дело в том, что тонкая душевная организация, она свойственна для разных классов общества. Но дело в том, что тонкая организация, она и является теми характерологическими особенностями, при которых возможно увеличение риска суицида. А мужчины и женщины? Кто больше склонен? Склонны к суицидальным попыткам больше женщины, где-то в 3 раза больше, чем мужчины, но к брутальным суицидам склонны больше мужчины, также в 3 раза больше, чем женщины. Почему такое происходит? Потому что мужчины более четко подходят к подготовке суицида? Наверное, потому что мужчины по-другому думают и по-другому немного чувствуют, чем женщины. Мужчины менее эмоциональны, у них больше развитый логический стиль мышления. Женщины же более эмоциональны и, будем говорить так, планирование у них удается не так, как у мужчин. Может быть, вы располагаете информацией, какой процент первых суицидальных попыток имеет свое продолжение? И еще, можно ли говорить о том, что попытка суицида – это обязательно психическое отклонение человека? Около 30% лиц, которые совершили попытку самоубийства, в течение 3 месяца, в общем-то, может повториться эта попытка. Есть известная группа «Король и Шут». Есть у них песня про несчастную любовь, смысл которой «Когда меня не станет, тогда вы все поплачете». То есть это мотив какой-то определенной возрастной группы? И вообще, если поговорить о мотивах суицида? Я думаю, что это мотив, которому склонна любая возрастная группа. Чаще всего этот мотив является демонстративным, возможностью наказать тех людей, которые каким-то образом относятся негативно к тому, кто хочет совершить суицидальную попытку. Это своеобразное наказание. Чаще всего, в общем, это наказание не доводится до, будем сказать, до совершения. Если мотив неразделенная любовь, то чаще всего человек хочет, в общем, вернуть себе человека, которого он любит. Я не думаю, что достаточно высокий процент именно завершенных суицидов среди подобного контингента. Если мы говорим о мотивах, то кроме любви, какие еще мотивы? Ну, больше процент мотивов. Наверное, самый главный мотив – это избавить себя от какого-то тяжелого душевного страдания. Тяжелое душевное страдание может вызываться какими-то душевными проблемами, взаимодействием с окружающими, значит, депрессией, могут вызываться тяжелыми пережитыми событиями в жизни. Также это может быть ситуация, когда человек хочет воссоединиться с тем человеком, который умер. Это сюда же можно говорить о традициях, когда люди думают о том, что человек умерший находится на небесах, и человек, который хочет совершить самоубийство, он думает о том, что он будет рядом с ним через некоторое время. Возможно, также вызвать чувство вины. Это на тему о неразделенной любви. Чувство вины у тех людей, которые каким-то образом третировали человека, можно сказать, доведенного до суицидальной попытки.
Также это возможность каким-то образом наказать людей, отомстить им. Чаще всего эмоции, которые при этом претерпевает человек, совершающий самоубийство, это эмоции злобы, агрессии. Не исключено также, что человек просто хочет избежать каких-то социальных функций. Иногда бывает это просто уход от настоящей реальности. В последнее время очень обсуждаемой темой стал суицид среди подростков. Не хочется, конечно, усугублять уже созданный ажиотаж, но все-таки, кому обращаться за помощью и на что нужно обращать внимание? В общем-то, эти признаки, они характерны для любого человека, которого, в общем-то, случаются неприятности, такие, как случаются у подростка. Просто нужно говорить о том, что масштаб неприятностей у подростка и взрослого разный. Подросток замыкается в себе, определяет сниженное настроение. Подросток становится рассеянным, несобранным, быть может, немножко заторможенным. Подросток уходит из дома, может говорить о том, что где-то, когда-то было совершено самоубийство или попытка. Начинает интересоваться соответствующим видео, литературой. Не исключено, что он говорит о том, какая жизнь сложная. Возможно, он обесценивает свои достижения. Он говорит о том, что он очень мало достиг, и в будущем, наверное, его ожидает не совсем много удач. Проблемы разного масштаба у взрослых и у детей. Ну, детям, наверное, сложнее это переносить, чем взрослым. Конечно. Устойчивость к стрессам у детей значительно меньше, чем у взрослых. И поэтому им достаточно нелегко переносить трудности, если с ними не имеют достаточно хороший контакт взрослые люди, например, родители. Очень часто информацию подростки получают из интернета. Подростки, которые, будем говорить так, оставлены одни, они блуждают по страничкам, они получают информацию, которая иногда бывает при наличии рядом взрослого было бы не допущено подростку. Я думаю, что эта информация из ряда запрещенной. Интернет однозначно может при неправильном использовании подросткам может принести определенный вред. Чтобы считать эту тему закрытой, предлагаю вам посмотреть небольшую памятку для родителей, у которых есть дети-подростки. Научно доказано, что главная причина подросткового суицида – это симбиоз родительского невнимания и гормональной перестройки детского организма. Если на возрастные изменения и сопутствующие им переживания родителям повлиять достаточно сложно, то остается одно – любовь, возведенную в наибольшую степень. Итак, на что стоит обратить пристальное внимание? Первое. Ребенок потерял аппетит или совсем наоборот. Второе. Стал пренебрежительно относиться к своему внешнему виду. Третье. Полностью отсутствуют планы на будущее. Четвертое. Плач без причины, постоянное чувство вины или одиночества. Пятое. Побеги из дома и раздача личных вещей. И самое главное. В придачу к любви должен присутствовать деликатный контроль, в первую очередь за сайтами в интернете. В противном случае потеря может оказаться невосполнимой. Иногда путают понятия суицид и парасуицид. Хотя это абсолютно принципиально. Разные понятия, да? Да. Объясните. Суицид – это осмысленное совершение самоубийства. Парасуицид представляет собой желание суицидентам получить определенную выгоду. А выгод, в общем-то, быть может много. Я говорил о том, что вызвать чувство вины у окружающих. Это может быть совершенно разные причины, совершенно разные мотивы. Но они не направлены на то, чтобы человек совершил самоубийство. Еще один вопрос, который хотелось бы обязательно осветить. Человек совершил, предпринял попытку суицида. Его привезли в больницу и спасли. Какие последствия? Что дальше? Это постановка на учет. И будут ли еще какие-нибудь социальные последствия? Можно ли, например, ездить за рулем автомобиля? На любую работу ли человек этот сможет устроиться? И суицид, как я говорил, это достаточно серьезная катастрофа для личности. И любая суицидальная попытка, она предполагает осмотр специалистом, по профилю которого непосредственно суицидальные попытки. Существуют люди, которые специально занимаются суицидальными попытками. Их профессии называются суицидологи.
они занимаются непосредственно изучением суицидальных попыток. Но это чаще всего люди, которые делают какую-то научную работу. А в практике с суицидальными попытками сталкиваются психиатры и психотерапевты. Каждый раз, когда совершается суицидальная попытка, человек может представлять собой человека, несущего психическое заболевание, или человек, который попал в какую-то тяжелую стрессовую ситуацию, или человек, который совершил суицидальную попытку, даже пусть так сказать, по неосторожности. Поэтому каждый случай рассматривается специалистами. Если говорить о суицидальной попытке, которая совершается под действием тяжелых психических заболеваний, а также есть определенный процент, например, при шизофрении, значит, это в пределах 10% могут совершить суицидальную попытку. В этой ситуации человек состоит на учете? Да, в этой ситуации человек состоит на учете. Каждый раз вопрос решается индивидуально. Факторы риска какие существуют? Существует несколько групп факторов риска. Это социально-демографические, это медицинские факторы риска, характерологические факторы риска. А также, возможно, человек был ориентирован на каких-либо кумиров, которые тоже совершали попытки самоубийства. К социально-демографическим факторам риска относятся пол, возраст, социальный статус, а также обстановка в семье. Кроме того, относятся также религиозные предпочтения человека. Значит, к медицинским факторам риска относятся наличие душевного заболевания и, конечно же, наличие телесного заболевания. Если говорить о душевных заболеваниях, то наиболее частым фактором риска является депрессия. Около 50% лиц, которые совершили самоубийство, носили признаки депрессии. Значит, высоким фактором риска является также употребление человеком, совершившим самоубийство, алкоголя. Также относится к факторам риска наличие какого-либо расстройства личности. Также относится к факторам риска наличие разных соматических заболеваний, которые носят характер даже, может быть, летальных. Тяжелые онкологические заболевания, тяжелое поражение органов и систем. Ну и в конце нашей программы хотелось бы послушать от вас рекомендации для того, чтобы сохранить наше психическое здоровье, равновесие и оптимизм. Для того, чтобы сохранить психическое здоровье, равновесие и оптимизм, я думаю, что прежде всего необходимо быть в гармонии с собой и также искать эту гармонию с собой. Необходимо видеть красоту мира, необходимо радоваться этому. И необходимо, конечно, знать о том, что человек, который располагает информацией достоверной о себе, может легко менять свою жизнь к лучшему. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях сегодня в программе «Диалог о здоровье» был врач-психотерапевт Владислав Силицкий, врач Гомельской областной клинической психиатрической больницы. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье».